Всех приветствую, с вами Александр Беляков, виноградтверь.ру. Сегодня у нас 2 июня 2022 года. Вот у меня в маленькой теплице, тут немножко альбиона было посажено с осени. Буквально воткнул. Смотрите, какая красота. Какие ягодки. Какие вот. Вот это уже сорву. Какая красота. Да, только сегодня только начал кормить, поэтому вот тут белые такие штучки. По настоящей погоде это примерно недели на три раньше, чем на улице. Вот уже усы уже пошли. Вот, кусты, в принципе, достаточно мощные, правда, ну, как бы такие. Посмотрим, на плодоношение надо будет еще пустить. Вот это плохо завязывалось, вот видно, что сморщено из-за того, что опыление было плохое. Вот еще красота, даже такую сорву.